конце прошлой недели в Балашихинском роддоме состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, главы Реутова и Балашихи Станислав Катаров и Сергей Юров, а также медики. В начале встречи Игорь Брынцалов поблагодарил врачей за самоотверженный труд в период пандемии, а также рассказал о позитивных изменениях, которые произошли в сфере здравоохранения за последние годы. За 5 лет у нас более 800 учреждений здравоохранения капитально отремонтированы в Московской области. 180 новых построены, среди них и Савинский роддом, и 5 перинатальных центров, которые открыты на территории Московской области, закрывая все направления по секторам. Балашихинский роддом вернулся к штатному режиму работы 9 августа этого года. Из-за пандемии учреждение трижды перепрофилировали в инфекционное отделение на 400 коек. С апреля 2020-го там вылечили больше 5000 пациентов, в том числе свыше 1500 человек за первую волну эпидемии. Затем была вторая волна. Уже в этом году мы закрылись третий раз на третью волну. И, наконец-то, с понедельника этой недели мы вновь были открыты после санобработки и получения всех необходимых документов как родильный дом. Мы, конечно, этому безумно рады, потому что все врачи вернулись и окунули в свою работу, в свою родную работу, то, на что они учились, то, что они любят. А вот ковидный центр Реутова работает до сих пор. Еще в первую волну пандемии там развернули 138 коек для помощи больным COVID-19. К декабрю прошлого года медикам удалось снизить летальность с 8 до 2%. Сейчас количество обращений с коронавирусом в городские поликлиники существенно снизилось, но расслабляться рано, говорит главный врач Центральной городской клинической больницы Реутова Александр Алексеев. Пока не будет вакцинировано население, не сформируется так называемый коллективный иммунитет, а в нашем городе пока вакцинировано полностью 48%, а первым этапом 80% мы приближаемся. То есть постепенно, я думаю, через месяца два мы перепрыгнем цифру 60%. Строительство медучреждений – один из приоритетов развития Реутова, подчеркнул глава города Станислав Катаров. В начале сентября начнут возводить дополнительный 4-этажный корпус поликлиники номер 1 на Гагарина 4. А прямо сейчас заканчивают строительство поликлиники на 750 посещений в смену в микрорайоне 10-10А. Динамика большая. Думаю, что в те сроки, которые обещали наши строители, мы все выполним. И 15 сентября будет уже строительная готовность. Ну и поставка оборудования также к 15 октября, как мы говорили, будем уже к открытию готовиться. Кроме того, найден инвестор для строительства нового корпуса Центральной городской клинической больницы на Ленина 2А в Реутове. Врачи называют его корпусом высоких медицинских технологий. Там будут оказывать специализированную медпомощь, в том числе и детям. Важная все-таки составляющая строительства, как сейчас уже мы вначале говорили, центральной городской больницы, но она больше даже областного значения будет, да, где мы все-таки часть вопросов, в том числе у нас там детское отделение будет, ну, которое будет закрывать потребности, ну, понятно, в лечении, прежде всего, клиническом, да. Новая центральная районная больница появится и в Балашихе. Уже завершили проектирование объекта, строительство начнут в следующем году. Также в ходе встречи обсудили текущие вопросы, связанные не только со здравоохранением, но и с другими сферами жизни двух городов-соседей – Реутова и Балашихи. Это и дальнейшее благоустройство города, это и ремонт дорог, и вопросы касаемо нашего образования, темы, которые связаны с культурой, в том числе и строительство кинотеатра. Мнение профессионального сообщества Игорь Брынцалов назвал индикатором тех задач, которые стоят в сфере здравоохранения. Парламентарий высоко оценил результаты дискуссии. Подобные встречи с трудовыми коллективами проходят регулярно, в том числе в Реутове. Эту работу председатель Мособлдумы планирует продолжить и в дальнейшем. Наталья Григорьева, Петр Гаретов, телеканал ТВ Реутов.